Пистолет Коровина был разработан в 1926 году, а в 1927 году уже начал поступать на вооружение Красной Армии. На момент начала Великой Отечественной войны был широко распространен в фронтовых частях. В первую очередь пистолетом Коровина были оснащены сотрудники НКВД, средний и старший командный состав Красной Армии. Разрабатывался под патрон 6,35 на 15 мм Браунинг, был компактным и удобным в ношении. После начала войны в 1941 году, в связи с некоторым дефицитом пистолетов ТТ, пистолет Коровина выдавался младшему командному составу. Изначально оружие выпускалось для спортивной стрельбы. Активное его применение в боевых условиях показало ненадежность основных механизмов под воздействием песка и грязи. Оружие часто подклинивало и требовало особого ухода. Пистолет Коровина имел отличную точность стрельбы, но дальность была крайне невысокой. Именно поэтому чаще всего оружие использовалось в ближнем бою. Тут высокая точность играла на руку бойцам Красной Армии. Боевые характеристики. Патрон 6,35 на 15 мм Браунинг. Объем магазина 8 патронов. Прицельная дальность 25 метров. Максимальная дальность около 200 метров. Начальная скорость пули 228 метров в секунду. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.